Также эти эскизы у меня часто заказывают для ателье или индивидуального пошива. Эти эскизы, опять же, хороши тем, что заказчик, который приходит и хочет отшить какое-то изделие, он наглядно видит это изделие на себе. То есть очень часто, рисуя такие эскизы, просят отрисовать портретное сходство клиента, чтобы он посмотрел на эту картинку и как на фотографии увидел себя в этом изделии. На курсе Fashion Базовый вы тоже научитесь рисовать портрет с самого нуля с условием анатомии, чтобы тоже рисовать такие портретные сходства для ваших клиентов.